Не-не-не, мне на дачу надо сегодня. Утренняя зарядка. Сейчас так жмут люто. Ой, вкусненько. Как сидр. Я сам еле-еле заряжаюсь, у меня проблема. Через мой заряд. Блять, я уже нажрал. Как будто меня по голове биты ёбнули просто. Типа. А можно мне нажраться? Чувак, это называется не нажраться, это культурный отдых. Точно в природе. Мне кажется, я сейчас смогу эти вансы на руки натянуть. Да, 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 да
бы подвинуть состояние более больше нагрузки. У нас, короче, еще один такой дом, поэтому мы его сдали. А про дом наркотин, который я рассказывал, типа, если на него просто прямо смотреть, он внутри вот так проседает, типа, потому что под ним тоже река, типа, проходит, и в 30-е годы просто эксперименты проводили с грунтом, и, не с грунтом, а, ну, типа, с фундаментом. И, типа, там просто из подручных средств фундамент делали, и сейчас, типа, дом реально, типа, проседает просто по дуге такой. Да, я, типа, просто помню про постройки постсоветские, советского пространства 70-х, 80-х годов, когда я морял. Реально...